Экс-супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Советский режиссер Александр Стефанович рассказал о личной жизни со звездой и их разводе. Стефанович рассказал, что во время бракоразводного процесса в зале суда Пугачева заявила, что он над ней издевался, так как заставлял худеть. Мужчина подтвердил, что действительно перед важными событиями устраивал ее в специальные больницы, где Пугачева сбрасывала лишний вес под присмотром врачей, пишет «Комсомольская правда». «Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит, это может быть легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам 3 месяца. Должны быть серьезное основание, чтобы я вас развела». Алла возмутилась, какие основания? «Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял. Но сейчас я вспоминаю это с юмором», — разоткровенничался Стефанович. Кинематографист признался, что он и правда заставлял Аллу Борисовну приводить себя в форму накануне съемок или выступлений. Для этого она ложилась в Институт курортологии в Москве, где с помощью физиотерапии и диеты боролись с лишним весом. То на 2 недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 килограмм. Там хороший институт был, лечились разные партийные шишки. Правда, они лечились бесплатно, а я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить, добавил Александр. Сама же Пугачева негативно отнеслась к тому, что Стефанович рассказывает личные детали об их совместной жизни и отметила, что бывший муж пиарится за ее счет. «Мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать. Пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает?» — высказалась примадонна. Отметим, Алла Пугачева и Александр Стефанович были женаты с 1977 по 1981 год. Стефанович был вторым супругом для примадонны. Всего на счету у легендарной артистки 5 официальных браков.